Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Наш сегодняшний брифинг посвящен посланию главы государства «Нурлыжол. Путь в будущее». Эксперты, выступавшие на наших брифингах, особо отмечали важность данного программного документа и его направленность на продолжение структурных реформ экономики в период мировой нестабильности. Сегодня своим мнением о послании главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева с нами поделятся своим мнением наши специально приглашенные гости. Это депутаты Сената парламента Республики Казахстан, председатель комитета по финансам и бюджету Рашид Сайранович Ахметов и член комитета по финансам и бюджету Ольга Валентиновна Перепечина. В первую очередь, позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге, за то, что нашли время. И, пожалуйста, Рашид Сайранович, первое слово вам. Рахмет. Добрый день, уважаемые журналисты. Послание президента Казахстана «Нурлыжол. Путь в будущее» я рассматриваю как старт к новым делам для успешного развития Казахстана. Глава государства в своем послании выразил стремление Казахстана выйти на новый уровень. В этом, несомненно, поможет разработанная новая экономическая программа, которую можно назвать проводником к очередной вышестоящей ступени развития страны. Реализация обозначенных проектов и планов позволит Казахстану развиваться динамично и стать еще более сильной и успешной страной. Основная мысль послания – обеспечить экономический рост даже во время кризиса. В своем послании народу Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев заверил, что у Казахстана есть такая возможность. Когда многие страны переживают упадок экономики, наша страна займется развитием инфраструктуры и бизнеса. Для этого, подчеркнул президент, у нас есть национальный фонд. Предвидя трудный период, Казахстан вовремя сумел создать финансовый резерв, который теперь можно использовать. Дальновидная политика главы государства как раз выразилась в том, что в годы, когда цены на углеводороды, на наши основные экспортные позиции были на довольно высоком уровне, мы направляли доходы от экспорта сырья в национальный фонд. Непростые в 2007-2009 годы выделенные из национального фонда средства были мощной финансовой основой успешных антикризисных мер. В дальнейшем национальный фонд стал локомотивом экономики. Его средства направляются на реализацию важнейших индустриальных и инфраструктурных проектов, которые будут способствовать интенсивному развитию экономики. В настоящее время, как отметил президент, экономический кризис продолжается, усложняется геополитическая ситуация. В этих условиях наша страна показывает свою готовность к серьезным испытаниям. Задача при этом стоит не только в том, чтобы преодолеть кризис, но и обеспечить поступательное развитие страны в соответствии с поставленными задачами. Предложенная главой государства новая экономическая политика «Нурлыжол» предусматривает 7 важнейших направлений развития экономики. Транспортно-логистическая, индустриальная, энергетическая инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная и жилищная инфраструктура. И что первостепенно для решения этих задач государство располагает необходимыми средствами. В соответствии с поручениями главы государства из национального фонда будет дополнительно выделяться до 3 миллиардов долларов ежегодно на период с 2015 по 2017 годы. Государство, выделяя внушительные средства, подает посылы инвесторам для стимулирования притока инвестиций. Сегодня, несмотря на возникающие в мировой финансовой системе трудности с фондированием, международные финансовые организации готовы предоставить Казахстану кредитные ресурсы. Они готовы вложить в отечественную экономику порядка 9 миллиардов долларов в 90 приоритетных проектов. Кроме того, своевременно принятые законодательные нормы об инвестициях, предусматривающие максимально привлекательные условия для инвесторов, позволяют ожидать солидные вложения в приоритетные сектора экономики. Это громадный потенциал. Тем самым мы надеемся, что Казахстан не только успешно преодолеет новые кризисные явления, но и обеспечит планируемый рост отечественной экономики. Парламент совместно с правительством уже ведет активную работу. Буквально вчера парламент принял закон о республиканском бюджете на предстоящий трехлетний период. В данном документе получили отражение поручений главы государства, в связи с чем были пересмотрены параметры бюджета. Если конкретизировать сумму привлеченных целевых средств социального фонда,
то в 2015-2016 годах предусматривается их выделение по 540 миллиардов тенге ежегодно, как в виде целевого транспорта в республиканский бюджет около 67% всей суммы, так и в виде облигационного займа 33% всей суммы. Кроме того, для завершения начатых проектов и решения наиболее актуальных вопросов экономики в 2015 году будет направлен второй транш средств из национального фонда в размере 500 миллиардов тенге, из которых 360 миллиардов тенге посредством республиканского бюджета. Так, в 2015 году на транспортную инфраструктуру предусматривается около 180 миллиардов тенге, на модернизацию сетей тепловодоснабжения 60 миллиардов тенге, на строительство инженерных сетей для жилья и кредитование строительства арендного жилья 110 миллиардов тенге, на проекты в рамках ГПФИР 181 миллиард тенге. Это дополнительно к тем средствам, которые были заложены в республиканском бюджете. При этом государство ни на тенге не сокращает расходы по взятым на себя социальным обязательствам. Все это свидетельствует о зрелости нашей страны, о том, что республика уверенно и крепко стоит на ногах, сложившийся авторитет страны на мировой арене, наше продвижение в форсированном развитии экономики, мир и согласие в обществе позволят достойно противостоять современным вызовам. Спасибо за внимание. Вам большое спасибо. Ольга Валентиновна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые главы государства, послание народа Казахстана Нурлыжоев. Путь в будущее. Поставлены масштабные задачи и конкретные сроки их реализации. Подчеркну, что времени на раскачку нет. Основная цель послания государства – это обеспечение социальной устойчивости и стабилизации, стабильности, дальнейшее повышение социальной защищенности граждан через развитие экономики в рамках индустриально-инновационного развития. Президент в послании к народу Казахстана дает ответы на многие вызовы современности и ставит задачу. Несмотря на глобальные проблемы, которые происходят на мировом экономическом и финансовом рынке, обеспечить благосостояние наших граждан и социально-экономическое развитие страны. Хочу подчеркнуть всестороннюю социальную ориентированность послания президента. Упор сделан на развитие регионов через индустриальное инфраструктурное развитие. А развитие инфраструктуры будет способствовать созданию новых рабочих мест, что, естественно, повлияет на рост занятости населения, развитие экономики регионов, обеспечит дополнительное поступление в бюджет. А бюджет в рыночных условиях является главным инструментом социально-экономической политики, призван обеспечить выполнение государственных функций национальной безопасности, развитие экономики, защиты населения, развитие экономики и нашего общества. Несмотря на изменения параметров бюджета 2015 года, бюджет все-таки все взял на себя социальные обязательства, которые были рассмотрены в предыдущем послании главы государства и которые в нынешнем послании главы государства было сказано сохранить все социальные обязательства государства перед народом. Имеет социальную направленность бюджет. Согласно посланию президента Нурлыжол «Путь в будущее», в нашем государстве не снижается, а наоборот увеличиваются расходы на социальную сферу, на решение социальных вопросов, так на внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих с 1 июля 2015 года. Выделено в бюджете 2015 года 157 миллиардов тенге. Эта модель позволит охватить 1 410 000 человек, позволит обеспечить повышение заработной платы гражданским служащим в отрасли образования до 29%, здравоохранения до 28%, в других отраслях гражданских служащих до 40%. Также будет повышена заработная плата с 1 июля на 15% государственным служащим корпуса Б. С 1 января 2015 года будут увеличены размеры солидарной пенсии на 9%, специальных государственных пособий на 7%. С 1 июля 2015 года повышены социальные пособия по инвалидности и утере кормильца на 25%. На эти цели предусмотрено в бюджете 2015 года 23 миллиарда тенге. Повышение заработной платы, государственных пособий, стипендии, пенсионное обеспечение – это те вопросы, которые затронут почти каждую семью наших людей, которые проживают в Казахстане.
На социальную защиту расходы в 2015-2017 годах составляют около 6 миллиардов тенге. В 2015 году выделено 1,7 миллиарда тенге с ростом на 183 миллиарда тенге по сравнению с 2014 годом. Обеспечение устойчивой занятости населения, а также содействие развитию предпринимательства будут реализованы через дорожную карту занятости 2020, на реализацию которых выделяются бюджетные средства, согласно посланию президента. В 2015 году будет создано около 28 тысяч рабочих мест, 50 тысяч человек будут трудоустроены через обучение и переселение. Только строительство дорог, согласно посланию президента, которое выделяются деньги, будет создано за 3 года около 200 тысяч дополнительно рабочих мест. Реализация плана инфраструктурного развития коснется каждого региона нашей страны, что позволит решить много вопросов по развитию территории, поддержит инвестиционную активность, позволит создать новые рабочие места, решает вопросы занятости территории. Развитие транспорта, логистической, индустриальной, энергетической инфраструктуры повлечет за собой развитие сопутствующих отраслей, сферу услуг, развитие малого и среднего бизнеса на всей территории нашей страны, а также привлечение дополнительных инвестиций. Все это позволит дальнейшему развитию наших регионов и в целом нашей страны. На программу развития регионов в 2015-2017 годах предусмотрена сумма более 1 триллиона тенге, которые будут направлены на обеспечение населения питьевой водой, реализацию программы «Доступное жилье», модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение финансовой поддержки регионов по созданию новых рабочих мест. Создание промышленной и социальной инфраструктуры, укрепление жилищной инфраструктуры – снизит перетоки населения, повысит благосостояние, прежде всего, и качество жизни всех казахстанцев. В этих условиях должна значительно повышаться ответственность правительства, акимов, всех государственных служащих за то, чтобы каждый тенге был использован по целевому назначению. Вопросы контроля и ответственности следует уделить особое внимание. Мне особенно близки слова президента нашей страны о том, что мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами, беречь единство и межэтническое согласие, и семейное благополучие. Наша новая экономическая политика открывает новые возможности для каждого из нас. Благодарю за внимание. Вам большое спасибо, уважаемые коллеги. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимайте ваши руки, вам будет обязательно передан микрофон. Пожалуйста, Биньюз, первый вопрос. Информационное агентство Биньюз, Надежда. В своем послании народу президент Казахстана особое внимание уделил развитию бизнеса. Одна из мер – это налоговые льготы. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к предоставлению дополнительных льгот предпринимателям? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, действительно, вопрос налоговых льгот президентом поднимался, давалось поручение рассмотреть их целесообразность. На сегодня налоговые льготы, общий объем их составляет триллион с лишним, поэтому после пересмотра порядка 200 миллиардов тенге, сейчас они уменьшены. Но в целом налоговые льготы для бизнеса, они необходимы, безусловно, с тем, чтобы стимулировать приоритетные сектора экономики, чтобы дать начальный старт желающим заниматься бизнесом. Я уверен, что эта политика будет продолжаться, но, к сожалению, большой активности наш бизнес в применении этих льгот пока не выказывает. Потом, кроме того, предприниматели еще льготы социального характера, экономического разного, не только налоговые льготы имеются в виду. Но я полагаю, что наши предприниматели должны более активно использовать те возможности, которые представляет государство в виде налоговых льгот. Благодарю. Пожалуйста, Олег, ваш вопрос. Да, Олег Рябченко, благодарю. Глава государства озвучил послание, отметил, что оно несет контрцикличный характер.
сказав, что опыт подобных мер кризисных 2007-2008 годов у нас есть по борьбе с этим. Все-таки можно ли говорить, что предыдущие меры позволили Казахстану выйти из кризиса с наименьшими потерями по сравнению с другими странами? И насколько нынешнее послание является логичным продолжением предыдущих принятых мер? Благодарю. Спасибо. Кто начнет отвечать на этот вопрос? Так. Нынешнее послание, безусловно, является логическим продолжением, так как на сегодня мы, выполнив практически все намеченные планы по реализации плана «Казахстан-2030», основные, идем уже на пути выполнения обязательств 2050 года. На этом пути именно в эти кризисные годы особенность нынешнего момента состоит в том, что мировая экономика на сегодня показывает, в общем-то, снижение своего роста. И в этот период, когда мы наблюдаем кризисные явления, определенный рецидив, скажем так, ситуации 2007-2009 года, может быть, даже в несколько иной форме, наш президент счел важным, необходимым использовать резервы страны, собственные резервы, с тем, чтобы нивелировать вот это воздействие, нивелировать воздействие снижения цен на углеводороды, тем самым обеспечив дальнейшее поступательное развитие экономики. Я думаю, это на сегодня наиболее важные, наверное, составляющие, потому что у казахстанцев, как и у всего Казахстана, появилось четкое видение и четкое понимание, что в предстоящие годы у нас уже есть уверенный ориентир, уверенные точки роста, и мы уже знаем, чем будем заниматься, что будем строить, какого характера объекты, тем самым в кризисные годы мы не будем ожидать завершения кризиса, а мы будем дальше развиваться с тем, чтобы не простаивать это время и, в общем-то, не потерять очень ценное и важное время для Казахстана. Угу. Кроме Спасибо. Этого, можно еще добавить? Да, конечно. В данном послании продолжается реализация тех основных направлений, которые были обозначены главой государства в предыдущих посланиях. Реализация государственных программ индустриально-инновационного развития, Агробизнес-2020, дорожная карта бизнеса, занятости, реализация которых позволит Казахстану войти в 30 наиболее развитых стран мира. Угу. Благодарю. Пожалуйста, ваш вопрос. Передайте, пожалуйста, девушке. Угу. Казахстан ұлттық телеарнасы, Сәуле есім. Рашид Сарымны, сізге сұрақ. Президент өзінің жолдауында 7 басым бағытты атап өтті. Жалпы бәрі де маңызды ғой, бірақ сіз өзіңіз ойыңызша қай салаларға бірінші басты назар аудару керек? Және екінші сұрақ, жаңа айтып кетті ханым, әлеуметтік жәрдемақылар көбейеді деді. Соны толығырақ айтып берсеңіз. Рахмет. Рахмет. Ең басты дегенде, ең бастысы, меніңше елбасы айтқандай, ешбір әлеуметтік төлемақылар азаймайды, ол мемлекеттің өзіне алған міндеттерін толықтай орындайды деген сөз айтты. Ол шынымен өте маңызды деп есептеймін. Екіншіден, менің өзіме көңіліме жағын қырағаным деп айтайын, экономика саласына көңіл бөлінгені. Неге десеңіз, біз деген осы өзіміздің ішкі нарығымызды, ішкі өндірісімізді дамытпасақ, ішкі бизнесімізді, ішкі сұранысты қамтымасақ өзіміздің. Осылай әлемде болып жатқан дағдарыс кездерінде ол негізі нарық экономиканың заңы әлсін әлі бір дағдарыс кездері болып тұрады. Сонда кездерде біздің экономикамыз, жалпы еліміз, халқымыз ондай жағдайларда қиналмай өтуге жағдай болады. Соған байланысты негізі бағытталған елбасымыздың осы жолдауы да соған бағытталып отыр. Менің ойымша, қазірде осы нұрлы жол саясаты соған бағытталған. Неге десеңіз, ол тек өзі
бөлек бір мүдде емес, оған байланысты арғарай еліміздің осы бюджеті, халқымыздың осы жағдайы тығыз өте байланысты болады, болашағымен бірге. Рахмет, пожалуйста. Бауыржан Мұқанов, стратегия 2000-елі ақпарат агенттігі. Мен сұрағым, елбасының биылғы жолдауында квази-мемлекеттік секторға экономиканың қосымша ақша бөлінетіні туралы айтылды. Енді осы бөлінген қаражатты олардың тиімді пайдалануы тұрғысынан қандай бақылаулар қарастырылады, сол туралы айтсаңыз. Рахмет. Қойған сұрағыңызға елбасы өте ерекше мән берген есімізде арнайы комиссия құрылды, оның ішінде депутаттар да бар. Сол комиссияның міндеті осы қордан, ұлттық қордан бөлген қаржыны қалай пайдаланып отыр, онда сол кемшіліктер бар ма екен, соған байланысты нақты елбасының өзіне жауапты беріп тұрады. Осы жолда қазір бюджет кодексінде де өзгерістер бар. Осы жүйелі түрде арнайы шоттары ашылып, сол арқылы сол қаражат қалай жұмсалып жатыр, қалай жүріп жатыр, оның бәрі де түгендеуге, оның бәрін анықтауға толық мүмкіншілік бар деп есептеймін. Заранее, что вопрос этот был очень интересен и очень важен. Вы не могли бы его еще и на русском языке прокомментировать касательно вот именно выделения средств квазигосударственному сектору и о том, каким образом будет именно регулироваться правильное использование данных средств? Дело в том, что я уже повторюсь, да, создана специальная комиссия, президент уделяет очень огромное значение контролю над правильностью расходования средств национального фонда. И об этом он каждый раз повторяет, когда речь идет, заходит о национальном фонде. И специальная комиссия, в состав которой входят депутаты парламента, контролирует их использование. Дело в том, что все эти средства возвратные, вы знаете, через определенное время, после того, как они выполнили свою функцию, они должны быть возвращены обратно в национальный фонд. Поэтому эта комиссия работает в практически постоянном режиме и дает отчет о своей работе лично президенту. В то же время созданы специальные счета, согласно бюджетному кодексу, где эти средства контролируются, посредством которых эти средства контролируются и могут быть, в принципе, как-то отслежены, скажем так. Таким образом, и в отчете правительства, который мы в прошлом году, в этом году, то есть, который проходил через нас, мы видели, что все это достаточно прозрачно, четко, ясно видно. Поэтому опасения о том, что эти средства каким-то образом могут быть неправильно использованы, у меня лично нету. И вряд ли может быть. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, еще будут вопросы? Если вопросов больше нет, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить наших специально приглашенных гостей, депутатов Сената парламента Республики Казахстан, которые сегодня пришли и поделились своим мнением о послании главы государства. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи, успехов.